Вредные привычки здоровому образу жизни – помеха. Эти ребята не курят, не употребляют алкоголь и наркотики. Говорят, это сейчас не в моде. В субботу прошел межрегиональный фестиваль «Движение жизнь». Здесь собрались школьники из Ивановской, Владимирской и Костромской областей. Все они, без исключения, любят танцевать. Многие команды пробуют свои силы уже не первый раз. Лично я уже участвую 3-й год подряд. 2-й год я являюсь командиром нашей команды. И 2-й год в нашем городе мы занимаем призовые места. Фестиваль 10-й год подряд проводится по инициативе областной наркополиции. Организаторы не ставят задачи рассказать о вреде наркотиков. Их цель – показать, какой интересной и насыщенной может быть жизнь, когда ты здоров и ни от чего не зависим. Все, кто принимал здесь участие, школьники из разных школ, Ивановской области ни разу не попадали в поле зрения к нам, как употребители или наркопотребители психотропных веществ. И это тоже меня радует. Через школу отстаивают в основном девушки. Эти горячие испанки родом из Лежнева. Рассказывают, что танец страсти готовили достаточно долго. Да и с костюмами пришлось изрядно повозиться. Наш танец посвящен испанскому стилю. Мы как бы очень долго готовились к этому. Мы будем показывать характер Испании. Лежневские испанки завоевали 3-е призовое место. Серебро досталось учащимся 22-го лицея областного центра. Победителями юбилейного 10-го фестиваля стала команда из Фурмана. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.